зрители, вы на канале Спорт Планета. Сейчас будет взвешивание. Афганский боец Хайдар будет защищать свой пояс WWFC. Его соперник буквально за два дня получил травму, и сейчас новый соперник, он даже не знает, кто этот следующий оппонент. Хайдар, ну что, ты месяц назад, буквально даже раньше, недели две назад, защитил свой пояс, да? А сейчас ты согласился опять на этот новый бой. Ты не устал, ты восстановился, ты готов к новому бою? Да, я готов. Просто я отказался от соперника два раза. Короче, два соперника не отказался буквально на два дня, но позавчера. Короче, мне сказали, там есть новый соперник. Если видишь, ты согласен? Я говорю, да, согласен. Вот новый дали соперник. Даже я его лицо не видел и не знаю. Он приедет, боксер, а кто он, вообще ничего, короче, не видел. Вот недели две назад ты защитил свой пояс, да? Ты много вес гоняешь или немного? Когда, сколько как? Килограмм между боями? Ты был в своем форме или ты гонял какие-то килограммы, изгонял еще? Нет, был, ну, гонял 7 килограмм. 7 килограмм. Это было не трудно за короткий срок? Не трудно было, но просто трудно, как, который быстрее говорит тебя вот, мозгом, да, чуть-чуть трудно. Да. А так, ты внушаешь себя чуть-чуть заранее, но это легко. А когда вот это за день-два дня остался, говорит, давай гоняй. 7-8 килограмм, чуть-чуть тяжеловато. Ага. Хорошо. Мы желаем тебе успехов. И обязательно завтра посмотрим бой и будем снимать. И после боя надеемся с тобой встретиться и поговорить. Спасибо. Удачи тебе. Спасибо большое. Здравствуйте, Денис. Вы только что прошли совещание. Вы получили очень на коротком Нет, мы работаем с тренером всегда, как бы у нас на следующей неделе чемпионат Украины, как бы я вес, ну, как бы вес готовил еще меньше, но, поэтому как бы как промежуточный поединок подготовки к Украине, это вообще отличный вариант. По какому виду выступаешь в Украине? Панкратион. А в каком весе? В этом же весе? В 77. Тебе было, значит, легко гонять этот вес, да? В целом, да, мне вес. Ты про своего оппонента что-нибудь знаешь? Смотрели ли бои? Смотрел бои, да. Как бы, ну, только смотрел бои, смотрели тактику, как идет бой, и все. У тебя свой план на бой есть? Да, тренировали бой, план на бой. Мы обсудили уже, как бы, свой план на бой есть, тактика боя тоже есть. Хорошо, Денис, завтра будем смотреть за вами. Удачи вам. Спасибо. На завтра. Спасибо большое. 79-100! 79 килограммов, 100 граммов. Приглашается к взвешиванию Хурдинов Денис, город Харьков, Анар Академия ММА. Айда. 79-700! 79 килограммов, 700 граммов. На дуэль взглядов, пожалуйста. Ваши аплодисменты, спасибо.